Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить, когда ты станешь большим. Когда ты станешь большой, дочь, когда доберешься.